Итак, ребята, всем привет, это Михаил, канал Video Game Addiction и новогодний Overwatch. Ну что ж, буквально пару минут назад вышло новогоднее дополнение для Overwatch, которое включает в себя скины, граффити, фразы, ну и для некоторых даже завезли особые моменты матча. И самое важное, включают две новые карты, оформленные в соответствующей стилистике, и один новый режим, который называется Метелица. Ну, давайте начнем по порядку. Прежде всего мы начнем с коллекции, посмотрим, кому что добавили. Так, ну давайте пойдем по порядку. Диви, к сожалению, ничего не завезли, эмоции не завезли. Гирлянду ей завезли, окей. Счастливого Хэллоуина! Ой, ну не стоило. Граффити в основном почти у всех одинаковые. Вот идут вот такие вот три стандартные. Ну, вот такая еще у всех, соответственно, вот в такой вот штучке. Ну и мордочки отличаются, и буквально несколько оригинал. Лучшие моменты матча у Дивы нету. Анна, давайте посмотрим. Облика нету, эмоций нету. Победная поза есть. Тост. Угу. Ну, многим вот этот тост добавили. Он такой, в принципе, как дефолтная эмоция достаточно идет. Так, реплики. Я прикрою, не волнуй. Угу, понятно. Ангела. Ангели не дали ничего. Амела. Ангели дали ангела. Неплохо, окей, хорошо. Суеверие. Ваш ангел-хранитель. Так, Бастиону, по-моему, тоже не дали облика. Да. Я просто немножко тут уже покопался, я первый раз начал записывать, и, к сожалению, запись почему-то не пошла, и я пока не ушел слишком далеко. Да. И пока не ушел слишком далеко, сразу же начал ее сначала. Не знаю, что пошло не так, но ничего страшного. Зато я сейчас более уверенно себя в этом плане чувствую, где тут что кого. Гензи, по-моему, тоже нету. Да, нету. С Рождеством! Да, я ему сразу купил. Хоть я за Гензи не играю, но ему я сразу купил ее. Я там буквально пару персонажей, может, там сразу же купил. На Гензи купил, на Фару и... А, и на Крыса купил. Крыса еще там тоже прикольная. Так, Дзиньяти тоже не... А, нет, Щелкунь. Да, да, Щелкунчик у него вот это вообще очень прикольно. Вот эти орехи особенно. Вот я как представлю, как он эти орехи шмаляет. Прям вообще вот прикольно, наверное, очень. Конфета или всякая снежинка падает, куда предначертано. Вот так вот. Здесь он со снежками, прикольно. Лучшего момента матча нету. Жнец, у жнеца вообще облик охерительный, вы сейчас зацените. Во, вообще просто прям, прям, ух, король ледяного трона, вот, вот прям, вот вообще вот. Что смотришь? Где ваш праздничный настрой? Да. Графитка у него какая? А, ну у него шнурок с какашками почему? А, это с углями! Точно, это угли, да-да-да. Плохим же мальчиком Санта угли насыпал в носки. Точно, точно, все, я вспомнил. Да-да-да. А я думал, это какашки. Новогодняя заря вообще не очень, просто раскрасили скин. Опа, эмоции у нее. А, у нее эмоция прикольная, да. Да, заря омников не любит, насколько мы помним. Упал, отжался. 20 раз. За родину. Абсолютно не по-новогоднему. Ну, за тост, может, сойдет. Типа, ну, за родину там накатим. Ну, как-то так. Крысу, да, у крыса тоже нету. Вот, да, прикольно у него. Я сразу же ему купил, вообще просто не думая. Но вот это вот у него графитка вообще не огонь. Вообще вот. Просто даже не знаю, вот что-то. Не зашла мне она. Лусио прикольная. Да, вон. Видите, он в шапке такой. Победные позы. Я тут самый крутой! Счастливых праздников! А давайте купим. Или не купим. Да, купим. Я за Лусио просто частенько играю, поэтому возьмем. Почему бы и нет. Так, граффити. Какие у него? Хоккей.
Как раз под его хоккейный скин вообще бы на ура зашло. Там же есть у Гусю скин с хоккей, это, где он в хоккейской форме. Так, Макри. Ну, Макри вроде тоже. Да, у Макри он Скрудж. Скрудж прикольно, да, вообще, да? Вот, посмотрите, вот, посмотрите на этого скупердяя. Вообще прикольно. Фокус, вот, прикольно он, да, смотрите, смотрите. Ое. Ое. Что, все? Кто-то же должен растопить лед. Так, лучшего момента матча у него нету. По-моему, там всего одного персонажа лучший момент матча. У Мэй вот скин вообще вот, ну такой вот, ну вот обычный вообще. Вот прям тупо обычный и все. Ну так вот. Не унывай. У меня для тебя подарок. Вот эта реплика про подарок, она еще у нескольких персонажей будет. Они как-то решили не париться и всем одну, видимо, впендюрили. Так, Рейн. Рейн, по-моему, без скина, да. Рейн. О-хо-хо! Нифига, у тебя кружка, наверное, размером с Торбьерна. Люблю кружку. Еще один непослушный ребенок. Так, что у тебя тут еще? А, ему не завезли. Не завезли скина. Вот у Роковой Вдовы появился лучший момент матча. Цените какой. С Амелой. Да, вообще прикольно. Мне нравится. Ну, тут она на лыжах. Ничего такого особенного. Одна смерть. Совершенство. Тоже непонятно, какое это отношение к Новому году имеет. И все, по-моему, обликов у нее ничего больше нету. Темная вдова. Ну ладно, предположим. Так, у Симметры, по-моему, тоже ничего толкового нету. А, нет, у нее эмоция. Или не эмоция. Ого, а вот такого я не помню из зимних Олимпийских игр, ни хрена себе. Вот это да. Добро пожаловать, у меня для тебя подарок. А, у нее лучший момент матча. Да. Вспомнил. Обдумал, что почему-то это эмоции. Ну, такое. Такое, конечно. Золдаден. Ну, Золдаден, что у тебя тут? А, ему тоже скин не завезли. А, нет, завезли. Оловянный солдатик. Старые вояки не умирают. Не расслабляйся. Вон, со стаканом. Обликов у него нет, к сожалению. Так, Сомри завезли, да. Ну, такое он. Ну, ничего вот такого интересного, если честно. Победных поз. Я знаю, кто плохо себя вел. У тебя батюшки знает она. Торп. Ну, Торп, очевидно, как бы это вот даже не обсуждается. Санта Бьорн. Ну, елки прикольные, мне нравится вообще, как бы стиль такой. Вон, можно даже посмотреть, как у него это вот. Она, смотрите, она с рожками такая. Как подоление закошенное. Вот вообще прикольно, мне нравится. О, как это мило. Он делает турель. Враги у нас никак. Работаю только на заказ. Так, Трейсер, она там тоже, у нее скин так себе. Ну, мне не очень понравился. Тем более, 3000 за него просят. Ну вы чё, в натуре что ли? На сноуборде, прикольно, мне нравится. Точно! Дело в шляпе. Точно, дело в шляпе, согласен. Так, Трейсер, Свин. Свин у него, да, турболень. Эмоции. Эмоций нету. Здесь ничего нету. Это кто еще? Ну ладно, окей. Граффити у него как у крыса. Ну, ибо они братаны. Они ж кулачками стучат. Да, видимо. Если их рядом нарисовать, типа, будет круто. Да, прикольно придумали. Это как граффити у Зари, у Рейнхарда. Да, прикольно. Зайдет. Ну-ка, Уинстон.
А, у него вообще скин вообще крутой, смотри. О-хо-хо! Это вообще просто, мне вообще нравится. Вообще просто круто тень. Так, и больше нет, у него... Нет, я не... Во. Я... У меня подарок для тебя. Так, и вроде больше ничего у него нету. Так, что у нас? Фарка осталась. У Фарки еще неплохой это скин, да. И стоит не особо дорого даже. Ледяная королева, да. Ну-ка, как у нее пушка будет выглядеть, интересно. Какими-то тампонами она у нее заряжена, очень непонятными. Ну да ладно. Тост. Вот эта кружка бы больше заре подошла. Такая железная прям. Прям со совдепом отдает. Так и все, да? И Ханза. Ханза вообще ничего не завезли. На Ханза просто забили. У него там, по-моему, только... Неуловимый, как подарок для да, тебя. Как у всех. И граффити, как у Гензи. Вот, все. Да, это все. Это реально на Ханза просто хер положили. Хорошо, давайте теперь посмотрим, какие карты там новые появились. Появилось две новые карты. Это, да, King's Row и Ханамура. Да. Так, ставим вот так. King's Row сделали вообще вот прям нормально. Вот King's Row мне понравилось. Вы сейчас даже вот посмотрите и поймете, что вот King's Row, она вот прям реально норм сделана. Вот, а с Ханамурой, с Ханамурой они вообще нахалтурили. Ну, сейчас сами все увидите. Ну, поехали. Так. Ну, начинается все с обычных вот таких обвесов. Ну и, конечно, дело, понятно, добавили снега. Тут убрали шкаф и поставили камин. Вот это вот, как бы, тут есть такие вот изменения, которые, как бы, ну, несколько иначе делают структуру уровня. Ну, то есть, какие-то предметы убирают, заменяют и... Этот, не поменяли его, да? Вот, ну, то есть, ставят новые предметы, которые даже вот по своим внешним характеристикам выглядят иначе. О, шампусик. Ёлку поставили. Ну, на самом деле, тут как бы, даже если вот... Я могу, конечно, на базовом позаглядывать, чтобы вот вы тут посмотрели. Ну, тут ничего вот особенного реально. То есть, ну, эта карта, да, она сделана действительно качественно. То есть, ее прям от и до проработали. Очень ее именно насытили вот этим новогодним духом. Да, вот. Веселый снеговик, я его в прошлый раз не увидел. Вот, но, скажем, если вот рассматривать, предположим, старт-споты, ну, место, откуда стартуют персонажи, то там, к сожалению, мы ничего нового не увидим. То есть даже вот, вот здесь вот вообще вот, ну, ничего такого здесь, только вот столы какие-то появились с подарками. То есть, ну, не стоит нашего внимания по-хорошему. Снеговик задумался. А вот Final State, его поменяли. Смотрите, то есть все коробки их просто в огромные вообще поддоны подарков превратили. То есть, ну, прикольно лично, как мне кажется. О, а вот этого я не видел. Стола вот этого, во-первых, не было. А, то есть там вообще никакого предмета даже не было, если вы оригинальный King's Row рассматривать. А также, как и не было вот этого стола в оригинальной карте King's Row. Ну, то есть там, по-моему, сколько я помню, даже предмета никакого не было, но могу ошибаться, поэтому не буду в с полной уверенностью говорить. Возможно, там просто ящики какие-то стояли, ну, кто знает, кто знает. Насчет камина я там более чем на 99% уверен, и вот, по-моему, тоже можно было зайти просто, но опять же. И снизу, кстати, вот тут, смотрите, коробочки из текстур выходят, да. Ну и сверху они, вон, непонятно почему уходят в реакторы. По какому принципу и зачем это. Ну, оставим это на совести разработчиков, зачем они так сделали. Ну, и давайте посмотрим халтурную Ханамуру, потому что, ну, иначе я назвать не могу. Авторы явно вообще вот прям просто, ну, положили хер, насколько это можно, и вот прям, типа, а хер на эту Ханамуру сделаем там абы как. Видимо, у них сроки поджимали, и они как бы, ну, по-другому, как сказать, что на отъебись не сделали. Давай! Заводи.
Блин, очень хотелось бы сегодня эту серию, конечно же, выложить. Ханамуру. Так, ну, начнем с того, что, да, видите, вот даже на старт-споте не особо что-то поменялось, ну, там вот эту мелочевки всякие добавили. Ну, с другой стороны, может, я, конечно, что-то в восточном но новом году не понимаю, там, может, он у них какой-то очень минималистичный, там, ну, не знаю, у меня нет таких знаний, к сожалению. Но, видите, карта, она, ну, вообще ни хрена на ней нету, вот, совсем немного снега нарисовали, даже вот, ну, сука, чертовых елок здесь вот нету, ну, вот. Вот это реально все, это все. Ни гор подарков, ничего. Я думал, что, например, если мы придем на точку А, здесь не будет сраного вот этого колокола, будет, предположим, большая елка, но нет, елки нету, ни хрена нету. То есть все, что здесь добавили, это вот немного вот этого снега, то есть тупо вот и все, да, это все. Ну, вот сейчас покажу, что меня здесь позабавило, конечно, на кухне ничего нового, но... Но. Во, да. Ну, опять же, этот снеговик взят с Kings Row, и поэтому, ну, как-то так. Я, конечно же, надеялся, что, возможно, мы сейчас такие придем в комнату с игровыми автоматами и увидим здесь невероятную атмосферу Нового года, но нет, хуй там плавал. Конечно же, ни хрена тут нету. Да, это все, то есть, вот так вот, да, можно описать эту карту, вот это все, что здесь есть, да, ну и это какая-то елка нарисованная, и это реально все, да, это все, Ханамура, просто иди нахер, вот и все, давайте, хорошо, посмотрим уже Метелицу, я прям не могу уже ждать, вот очень не хочется, так, аркада, операция Метелица, ну что ж, так, 12 игроков, Антарктика, герой Мэй. Все играют за Мэй, и место. И короче, там нужно снежками пуляться. Это по-любому очень прикольно. Я думаю, всем должно понравиться. Тут же еще, кстати, знаете, что завезли? Я вам сейчас покажу. А я-то покажу сейчас. В разделе профиль в значках появились. Ну, видите, у меня, может, новый аватар, это во-первых. У них вон тут всякие снеговики, подарки, там носки, шляпы, амелы, шампусик. Там всякое, короче, прикольное появилось. Короче, хотите праздник? Нате. Вот, прибываем на экостанцию Антарктика. Так, отлично. Прибываем на экостанцию Антарктика. Внимание! Вас избрали среди сильнейших и опаснейших бойцов со всего... Да вы издеваетесь. Не зевайте, считайте патроны и удачи. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, посмотрим сейчас, чем это закончится. Я не знаю даже, что здесь надо сделать. Я как-то ничего, конечно же, не прочитал. За Мэй я ни хрена не играю. Получай! Что? Почти попало ведь. Снежок готов. Мне бы побольше снега. Вот как это работает. Так нечестно! Стены можно зато делать. Вот это, да, ну окей. Смотрите, как зарядить? Могу. Как зарядить? Из чего бы слепить снежок? Ну ладно, предположим. Не пройдете. Да, блин! Дайте мне тоже. Это их задержит. Да нет. Какой хорошенький. Смотрите, как его-то даже вынесли. Ну, пока, короче, какая-то... Получай! Жесть происходящего. Не пройдете. Ладно, нет. Чего вы слепите? Зараза. Сейчас я тебе устрою. Осталось 3 противника. Лепим. Не поймаешь. Я прикрашу им путь. Да, зараза. Я знаю, ты где-то здесь. Давай, респ. Теперь я всем покажу. Мы ведем. Нас больше. Осталось 2 противника. Спасибо. Да не за что. Ладно.
Открываю местоположение целей. Остался один противник. Какой хорошенький. Где? Где? Так, красный снег. Вон она, зараза. Сейчас я к ней на санках подъеду. Ну как так? Привет. Ух ты, зараза. Ну почти. Не-а. Мне нужен снег. Привет. Здесь враг. Приветик. Летим, летим. А вот и нет. Готовьтесь к метели. Моя суперспособность еще заряжается. Я не помню даже, а что, эмоции нельзя применить? Вот это 4, да. Так, елка есть. 2, 1, вперед. Сейчас мы... Смотрите-ка, у меня голда. Хо-хо. Ну, первый раз в жизни, наверное, на Мэй играю, и тут вот такие дела. Я еще клавиши постоянно путаю. Это их задержит. Здесь враг. Где? Где они? Из чего вы слетите снежок? А сюда... Черт. Готовьтесь к метели. Не знаю, посмотрим, как вы с этим. Готовьтесь к метели. Привет. Из чего бы слепить снежок? Бе-бе-бе. Стена размечена. Мы не донавливаем стену. Привет. Черт. Теперь я всем покажу. Привет. Постарайся тут не умереть. Это как? Она на меня, в смысле, ледышкой запрыгнула просто сверху? Нифига себе, так можно? А, у нас одна Мэй осталась. Ну, печалька, чё. Теперь я всем покажу. Тебе хана уже. Снежок. А сюда камушек положу. Так, окей, ладно. С равным счетом мы идем. Но в этот раз они нас в сухую разделали. Привет. Вот ведь. Привет. 5, 4, 3, 2, 1. Не унывай. Вперед. Красава, ребята. Это их задержит. Смотрите, как я могу. Готовьтесь к метели. Вот так вот. Ой, готовьтесь к метели. Устанавливаю стену. Сиди там. Ну почти. Мне бы побольше снега. Где же снежок? Осталось 3 противника. Смотрите. Летим, летим, летим. Ах ты паскуда. Ах ты зараза. А так приведено, снежков заряжено. 2 смерти. У меня и меткость даже золотая, с ума сойти. Закрысь ты их, давай. Давай, давай. Лепим, лепим, лепим. Готовьтесь к метели. Теперь я всем покажу. Давайте, смело сверим. Кто бы вы не были за этими. Осталось 2 противника. Зетрин, давай. Теперь я всем покажу. Ну почти же. Нифига себе. Вот это ульта. Один противник. Найти и нейтрализовать. Давайте, парни, вас двое. Посмотрим, как вы с этим справитесь. Ой, снеговик стоит, думает. Лепим. Давайте, давайте, парни. 3 победы надо. И чё ты, зачем? А, ты у неё подсвечивается было, когда. Я всем покажу. Смотрите, как я могу. Теперь я всем покажу. Молодцы, парни. Так, отлично. И я немножко упал, конечно, в параметрах. Еще тут нельзя рукопашную 5, атаку проводить. 4, я нажимаю, ничего не 2, происходит. 1. О, у меня 3. Ульта накоплена, нифига себе. Я думал, она каждый раз обнуляется. По крайней мере, именно вот на этих картах так происходит. Ледяная стена размечена. Не попал. Ну почти же. Теперь я всем готовьтесь к метели. Получай!
Блин, вот зараза, у нас размен произошел такой неприятный. Блин, ульта. Ничего, я вам устрою сейчас. Посмотрим, как вы с этим справитесь. Собираюсь, нет. Сейчас тебе как дадут в лоб. Какой хороший. Блин, настрой осталось. Теперь я. Осталось три противника. Задержат. А дают ли какие-нибудь награды вообще за... Теперь все зависит от тебя, рядовой снежок. Рядовой снежок. Смотрите-ка. Какой хороший. Не промахнитесь ни разу, попадите в четырех противников снежками за один матч в операции Метелица. Осталось два противника. В ходе одного матча операции Метелица попадите в трех противников снежками, пока они собирают снег. Ага. Победите. Ладно, посмотрим. Видимо, там победите в операции. Разберемся сейчас. 5, 4, 3, 2, 1. Вперед. Так. Сейчас стрессовая ситуация. Суперспособность готова. Сейчас мы им устроим. Зараза! Черт! Вообще козлы! Так, ну ладно. Давайте посмотрим, что у нас там в достижениях особые. Теперь я всем покажу. Победите в операции Метелица, не проиграв ни одного раунда. Но, к сожалению, это мы уже не получим. Готовьтесь к В ходе одного матча операции Метелица попадите так. Это вот попадите в противника снежком с расстояния не менее 25 Устанавливаю стену. Метров в операции Метелица. Ну, такое. Осталось три противника. Давайте, парни, я вас верю. Теперь все зависит от тебя, рядовой снежок. Готовьтесь к метели. Блин, мы проиграли. Миссия провалена. Но я сейчас за кадром еще раз попробую, и, конечно же, выиграем. Я, возможно, даже какие-то ачивки соберу. Лучший момент матча. Ну-ка, что там лучший момент матча? Что там она наультила? У меня даже голда какая-то осталась после матча. Сохранить команду? Это что еще придумали такое? Не надо? Зачем? Так, ладно, сейчас я за кадром тогда попытаюсь попроходить это все дело. Все, больше ничего не будет, да? Интересно. Только покинуть матч, да? Ну окей, погнали. Итак, мы на финишной прямой. Сейчас мы должны победить. Нас много, и он один. И у меня даже патроны есть. Ну и где все? Не, не пройдете. Теперь я всем покажу. Вот ты где. Приветик. Так, а где эта зараза? Отлично. Миссия выполнена. Лучший момент матча. Минут 30 мне, наверное, понадобилось, чтобы все-таки выиграть. При том, что некоторые матчи я играл реально неплохо, я там получал меткость даже 75%, но мне такие раки попадали, что просто капец. С кем даже кашу особо не сваришь. Всем спасибо. Снежок заряжен. 21 штука. Сейчас мы еще контейнер откроем. Вот этот здесь я вообще очень плохо сыграл. Да, то есть вы можете видеть, он вообще ни о чем. Вот просто херня, меткость 17%. Но с одной стороны, я ульту много раз юзал. У меня вон 38 атак проведено. То есть я просто бежал и шмалял как ненормальный. Ну, давайте откроем контейнер и на этом закончим. Так. Ну давай же. Скин какой-нибудь дорогущий. Нет. Охерительно, просто охерительно. Новогодний бастион, просто класс. Ну хорошо, ребята, давайте на этом заканчивать. Вот мы и познакомились с новогодним дополнением для Overwatch. Надеюсь, вам в этом оставшемся
остатки года, скажем так, будут выпадать хорошие скины. Ну и на этом всем спасибо, кто смотрел. Всем пока и удачи.